Расчет всех данных произведен. Модель в цвете. Видно все мельчайшие детали. Хранить на носителе, отправлять по почте, что очень удобно. Никакого силикона во рту. Вот этот наш искомый зуб. Наша задача его вернуть в зубной ряд. Сканируем с помощью интраорального сканера последнего поколения. Нам нужно получить цифровой слепок, чтобы изготовить модельку. Моделька. Остается только необходимая информация. И отправляется технику. Через 5 минут цифровой слепок будет уже в лаборатории. Сканируем с помощью интраорального сканера последнего поколения зубки. Нам нужно получить цифровой слепок, чтобы изготовить модельку. Пошире, пожалуйста. Таким вот образом мы получаем. Восьмой зуб, конечно, сложно достать. Изображение. Цепляется, давай. Сканируем нижнюю челюсть. Он пытается нам сделать доброе дело, язык пытается зацепился и пошел. Лишние данные можно вырезать, чтобы файл был меньше по размеру. Ну и артефакты эти ни к чему. Остается только необходимая информация. И отправляется технику. Через 5 минут цифровой слепок будет уже в лаборатории. И они смогут с ним работать также в программе. Вот этот наш искомый зуб, который нас интересует. Наша задача его вернуть в зубной ряд. Мы это будем делать с помощью элайнеров, ну, таким комбинированным методом, аналоговым. Модель мы распечатаем одну, мы не будем делать, как классические элайнеры, там 10-20 моделей. И на этой модели мы его откорректируем и сделаем один элайнер. Он у нас будет играть роль ночной капы, так как у нас было ортодонтическое лечение. Вот здесь стоит ретейнер, мы его потом снимем. Вот он у нас будет играть роль ночной капы, и в то же время он потихонечку нам задвинет зубик на место. Вот такая вот у нас затея. Вот, теперь модель, расчет всех данных произведен. Теперь можно увидеть модель в цвете. Видно все мельчайшие детали. И можно это все дело отправить. Куда хотите, в каком хотите формате. Мы отправляем в формате STL. И вот у нас моделька. Всю информацию можно хранить на носителе, отправлять по почте, что очень удобно. И никакого силикона во рту.